шлеме из бутылки, покрашенном серебрянкой. Михаил – настоящий русский богатырь, а везут его санки конь боевого друга, и накидку шила вручную мама. Ну, это у меня как хобби просто. А по профессии? Полицейский кавалерист. Ничего себе! Ну, в принципе, кавалерист, лошадь. Все логично. Мамы меняют профессию на параде санок в Ивантеевке. Он проходит в третий раз, но впервые в ранге городского праздника. И при поддержке главы города Елены Ковалевой всего 14 конкурсантов. Есть даже инопланетные собаки на корабле «Ватрушки». Назвали свой дуэт «Чай вдвоем», то есть это все атрибуты праздника. Чай, блины, самовар, да. А кто шил-то? Шила бабушка, наша волшебница, она рукодельница. Мы вообще такие активные, любим участвовать в разных конкурсах. И вот решили, посмотрели фильм про индейца «Вигвам», мне очень понравилось. И вот решили, так придумали и сделали. Но у нас цветочный корабль, у нас волшебные цветы, они не мерзнут. У нас была идея санок, исходя из костюмов. Потому что вот мы решили, что мы будем собачкой, волком. Тогда решили, что мама будет Мишкой. Организаторы – детский клуб «Пчелка», комплексный молодежный центр и отдел по делам молодежи. Помимо зрительского голосования, организована лотерея и представление с аниматорами. На самом деле мы очень стараемся для того, чтобы наши семьи, наши горожане чувствовали себя комфортно в городе. Вот посмотрите, как здорово сегодня собрались все семьи, как они организовались, какая у них фантазия, какие они молодцы, это же здорово. Это весело, это всем от этого хорошо, объединяет семьи. В номинации «Национальный колорит» побеждает семья Ланцовых. Самыми сказочными признают сани семьи Бородулиных, а богатыри-кавалеристы Григорьевы получают приз зрительских симпатий. Всего более 10 спецпризов от спонсоров.